Добрый день! Представляем вашему вниманию многофункциональный гомогенизатор-реактор. Установка предназначена для проведения различных технологических процессов в жидкой среде, в том числе с применением агрессивных химических растворов. Результатом работы реактора является производство конечного продукта из отдельных ингредиентов с соблюдением необходимой технологии и с максимальной эффективностью. Оборудование полностью соответствует требованиям GMP и используется в производстве фармацевтических, пищевых, косметических и других продуктов, которые требуют нагрева, перемешивания и хранения. Установка изготавливается из нержавеющей стали и других качественных материалов, которые не оказывают какого-либо негативного воздействия на продукт и имеют высокую коррозийную стойкость. Продемонстрируем установку в действии. Настройка и запуск параметров работы осуществляется на шкафе управления. Первым шагом после включения питания оборудования является регулировка температуры нагрева тепловой рубашки. На отдельной панели при помощи кнопок выставляем нужное значение. Далее, посредством коммутационных устройств реле задаются параметры времени перемешивания, а после, таким же образом, времени эмульгирования. Регулировка скорости перемешивания осуществляется при помощи тумблера с круговой шкалой. Аналогичный регулятор предусмотрен для настройки скорости эмульгирования. В нижней части панели расположены кнопки запуска процессов перемешивания, эмульгирования, вакуумизации и подогрева. Материал перемешивается тефлоновыми скребками. Благодаря высокоскоростному вращению гомогенизатор производит сильные сдвиговые, ударные, турбулентные и другие технологические движения, и масса быстро разбивается на частицы, превращаясь в однородный продукт. Поскольку гомогенизированная емкость находится в вакуумном состоянии, пузырьки, образующиеся в процессе перемешивания материала, своевременно удаляются. Реактор оснащен смотровым окном с подсветкой для удобства визуального контроля за ходом процессов.